Алексея. Я пойду ручную парк. Доброе утро, мои хорошие, рада приветствовать вас опять на моем канале. Сегодня опять влог в деревне. Очень холодно, я чуть не одубела ночью. Сейчас проснулась рано в 8, вышла на улице так холодно, решила еще немного полежать в постельке. Время уже 12, но ситуация не исправилась, поэтому идем пить чай. Бабушка здесь развела костер. Сейчас вам покажу. Все-таки в деревне самый лучший способ получить идеальный чай – это костер. Сейчас бабушка предлагает хлеб разместить вокруг. А здесь у нас костер. На это можно смотреть вечно. Но вечно не получится, нужно еще ходить за дровами. Бабушка придумала идеальный метод разогреть хлебушек. Он бывает, знаете, как и из тостера. Сейчас будет, сейчас организуем все это дело. А так выглядит мой завтрак. Во-первых, вот эти стаканы, которые напоминают мне детство и бабушкину молодость. Кусочек сыра, который никому не приглянулся, даже бабушке, но мне очень нравится. И нарезала себе помидорки деревенские. Хлеб уже тепленький, на печи пожарился, так скажем. Еще один кусочек приехал. Завтракаем. Я сделала макияж и нанесла бальзам для губ. Кстати, я нашла свой бальзам, который думала, что я посеяла. Ну, в общем, я решила без макияжа не ходить, потому что вокруг все знают меня. То есть то, что я блогер, знает полдеревни. И я представляю, они меня видят без макияжа, опухшую такую, а потом приходят домой и рассказывают, фу, она такая страшная, на видео еще более-менее, а в жизни вообще ужас. Поэтому я решила накраситься, свой боевой раскрас. Слава богу, мама привезла мою косметику. Я ей позвонила по видеосвязи, она мне показывала вещи. Она даже не разбирается особо в косметике, в брендах и так далее. Она мне просто показывала, это брать. Я говорю, брать, это брать, брать, это не брать. И, в общем, теперь я с косметосом. А сейчас я себе буду готовить вот здесь, в полевых условиях. Посмотрим, как это у меня получится. У нас в боку в морозилке были крылышки, уже маринованные. Сегодня я сейчас их буду жарить быстренько на печке. Потому что газ, знаете, он время от времени взрывается. Возможно, вы видели в предыдущем влоге. Поэтому лучший вариант это просто печка. Найки! Смотрите, какая обувь брендовая. Заходим сюда. И здесь нужно взять... О! Страшно-то тут как. Паутина огромная. В общем, здесь надо взять дрова. Оп! Раз. Два. Ой. Это мне показалось. Показалось, что там кто-то есть. Все с дровами. Идем делать себе пожрать для мукбанга.
А это сладкий комочек бабушка. Господи, какой огонь здесь стоит. Так тепло здесь. Чай. Сейчас я буду готовить. Я нашла здесь такую сковородку с антипригарным покрытием, которая уже отслужила свое. Кладем вот так вот. Ой, нет, сейчас это надо убрать. Берем масло побольше и сюда. Надеюсь, что у нас с вами все получится и будет очень вкусно. Я буду все в процессе, все жарится, обалденный аромат стоит. Это мама еще мариновала, когда, по-моему, снимала видео заготовки на месяц. А когда приезжали сюда, мама решила взять с собой и правильно сделала. Когда я что-то готовлю именно в такой печке, особенно вкусно получается, чем просто на газе. Это прям, не знаю, как чай из самовара. Почему именно чай из самовара такой вкусный? Вот здесь тоже. Такое ощущение, что ты прям готовил на костре. И такой вот запах чувствуется. Ну все, мои хорошие, блюдо у меня уже готово. Половину я наложила маме. Она пришла как раз-таки. И маме очень понравилось, вкусно получилось. Вообще, мне кажется, это идеальная идея мариновать полуфабрикаты. А потом вот так вытащила, пожарила, и обед готов. Я планирую сегодня уже собрать свои вещи и завтра уже уехать, потому что мои дела здесь не идут. Интернет работает очень слабо, сегодня с утра вообще не работает. Я не могу без YouTube, я не могу без работы. В программу 1С я вообще зайти не могу, не знаю, пишет какую-то ошибку. Подтвердите что-то свое. Ну, в общем... Короче, у меня работа стоит, я так не могу. Я в этом плане очень ответственный человек. Я не могу пропадать с канала, не могу пропадать с работы. Вот, поэтому я, наверное, сегодня соберу все свои манатки, досниму еще пару видео и направлюсь уже в Баку. У меня на компьютере 4 уже готовых видео, которые я никак не могу загрузить. Вот такие вот дела у меня, ребят. А это я вам показывала вчера во влоге. Я выдергивала сорняки. А потом концовку не показала. Вот видите, как чисто и красиво. Хотя здесь кое-что осталось. Не знаю, мне кажется, во время того, как ставили эту плитку, допустили какую-то ошибку, потому что так не должно быть. Здесь просто вовсю растет трава. Вот это как раз-таки и есть эта трава, которая называется эвелик. И бабушка вот так вот вяжет, получается, косичка. Потом эту косичку высушивают. Бабушка, вчера тоже, да, ты сплела одну такую, да, косичку? Да, две косички. Это уже вторая косичка у бабушки. Вот, смотрите, вот такая трава. Ее даже не сажают, это она растет везде. Мама нашла, специально собрала, потому что нас бабушка обожает. Это, можно сказать, трава ее детства. Когда они были подростками, бабушка всегда рассказывала, что их отправляли за эвеликом в горы. И они вот в этих горах искали эти эвелики. Вот так вот собирали в косичку и высушивали на зиму. Потом готовили плов очень вкусный. Я обязательно, кстати, мукбанг вам сниму зимой как-то. Да можно, в принципе, и не совсем зимой. Посмотрим, как карты лягут.
В общем, очень вкусная штука. У меня тоже прям ассоциация с детством. Бабушка всегда плетет. А иногда, когда ее родственники приезжали, тоже всегда в первую очередь привозили ей этот эверик. Думала я, где снять мукбанг, и пришла к выводу, что самое универсальное, идеальное место – это вот здесь. Возьмем какой-то вот такой ракурс. Хотя здесь ветерочек дует. Надеюсь, что на микрофон это не повлияет и не будет помех. А это наш дом. Старый, конечно, но родной зато. Самое главное, что родной. Здесь растет дерево тута, и мы всегда с подругой поднимались вот сюда, на крышу. И здесь ели самый вкусный тут. И смотрели на дорогу, на соседей, кто чем занимается там. Давайте такую небольшую экскурсию по двору. В общем, идем. Здесь такая тропиночка. И здесь четыре дерева алчи. Кто не знает, что такое алча, зайдите на мой канал. Это зеленые такие круглые фрукты, кисленькие, макаешь их в соль. И это просто обалденно вкусно. Я мукбанг снимала, в ближайшее время тоже буду снимать обязательно. Здесь розы, которые мы посадили уже очень давно. Это, кстати, роза как виноград, она растет, и вот... Смотрите, здесь бывают мелкие цветочки, мелкие розы, но их бывает очень много. Вот так вот, эти вот деревья, можно сказать, я посадила и поливала я ведрами. У меня раньше прям было такое, знаете, желание, чтобы у нас в огороде было все. А здесь такой поднавес, здесь были качели, потом мой брат их отрезал, что вдруг ты упадешь, разобьешь себе голову об бетон, потом что мы будем делать. Это такая штука, чтобы косить траву, а здесь листья, которые опали еще с осени, никто здесь не подметал, потому что здесь никто не живет, естественно. Эти столы – это для мероприятий, когда свадьбы, когда похороны, приходит очень много людей. И вот тогда все сидят за этими столами, а так они пустуют здесь уже много лет. Слава богу, похорон здесь не было, но и свадеб тоже, слава богу, здесь не было, потому что я хочу хорошую свадьбу где-то в ресторане. Помните, в мукбанке я вам рассказывала, что наши тапочки запрятали? Так вот, я покажу сейчас куда. Вот сюда, здесь лежали мои тапочки. И потом мой друг детства вытащил отсюда и сказал: а вот эти тапочки. Ну, в общем, и здесь дверь, и эта дверь как раз-таки разделяет наш двор, как вы видите. Это все двор, дом, задняя часть дома. Тут есть хлев, там беседка и так далее. От огорода. Ну, здесь вообще красота. Туалет, который я ненавижу, честно, мне кажется, такой туалет, он очень опасный, потому что туда можно упасть, он в аварийном состоянии, вот, поэтому я тоже хочу свалить отсюда. А еще нам скосили траву, слава богу, уже наконец. Но я успела здесь снять мукбанг, не знаю, раньше выйдет мукбанг или все-таки этот влог. Единственный минус этого дома заключается в том, что здесь дорога. И деревья здесь посажены очень далеко друг от друга, поэтому тот, кто идет с улицы, видит прям наш сад. Он вот такой длинный, здесь в основном орехи у нас. Они очень хорошо прижились, и этим деревьям, наверное, лет 20. Когда я родилась, уже эти деревья были на месте. И до сих пор они приносят уже плоды. Но по идее их уже пора заменять на новые, просто этим нужно заниматься. Кто это будет делать, непонятно. А это то самое дерево хурмы. Помните, я вам рассказывала историю о том, что у нас пропали курицы, мы их искали везде, нигде не нашли. В результате, когда мы искали, тут там вот здесь была завязана черная ленточка, где на арабском было что-то написано. Вот здесь вот. Была эта ленточка. И как только мы ее развязали, сожгли, не знаю, что там было написано, так сразу наши курочки оттуда-отсюда начали появляться. Такая мистическая история, связанная с этой хурмой. А здесь мы всегда делаем костер или шашлыки, потому что поблизости нет деревьев. Красота вообще. И погода улучшилась, но вечером опять становится холодно. Так, небольшая экскурсия. Не знаю, вам будет это интересно или нет.
Здесь такая кладовка. Она специально предназначена. Господи, как здесь пыльно. Она предназначена для заготовок на зиму. То есть вы, например, делали компотики, варенье. Это все можно поместить сюда. Здесь также есть свет, просто нету лампочки. Но это исправимо. Дерево здесь инжира. И виноград, который посадила я сама лет 5 назад. Прям самой не верится, если честно. Это был вот такой вот маленький виноград, вот такой где-то размером. Я его посадила, каждый день поливала, он потихоньку начал развиваться, расти. И вот. А это две косички, которые уже бабушка сплела. Подождите, давайте вот так покажу. И одну еще плетет. Это моя старая одежда, которая уже превратилась в тряпку напольную. Ну все, а тут вы думаете соседи? Нет, конечно. Здесь тоже наши. Наши. Это просто, как бабушка называет, санаторий для куриц. То есть, чтобы курицы не гуляли по двору, для них специально сделали такое место. Но, к сожалению, когда у нас были куры, они здесь не задерживались. Они пытались как-то перепрыгнуть через сетку, чтобы было больше площади, где можно погулять. Бачки с водой и много травы. А это тяпка. Знакомьтесь, это тяпка. Пока мы гуляли, бабушка уже, наверное, закончила с плетением Эвелика. Ой, какой длинный получился. Просто гляньте, насколько длинный. Еще вот у нас фронт работы. Эркурис Калурзу. Бабушка говорит, со всех сторон покажи, какой у меня идеальный получился. О, красота. Змея, бабушка. Похоже на змею. Мама говорит, вы странные с бабушкой люди, имея газовую плиту, делаете костер в печке. Но вы знаете, печка это особый кайф. Ты просто можешь погреться. После того, как здесь уже перестали гореть дрова, все равно ставишь чайник, и он остается горячим. Можно налить душистый горячий чай. Они на самом деле очень долго горят. И я, кстати, никогда подумать не могла, что дрова так дорого стоят. Я думала, что это все стоит копейки, оказывается, нет. Даже, вы знаете, газ обходится намного дешевле, чем дрова. Вот у нас просто не как в России, огромных лесов нету, чтобы пошел срубил. Люди покупают дрова, либо же у себя в огороде. Если есть ненужные деревья, которые уже высохли, можно на дрова.